Всем доброго времени суток. Хотела показать, как я укореняю и выращиваю некоторые сорта, большинство сортов моих филодендронов. Вот у меня сейчас меланохризум был на укоренение в амхе. Вот отличные корни уже у него. У него уже воздушный корень. Можно и также отрезать тут вот, если я отрежу. И снова укореню в амхе, то он снова будет расти. А здесь из этой пазухи пойдет или отсюда пойдет дополнительная точка роста. Так вот в амхе стоит просто в тепличке. Стаканчик в стаканчике у меня. И под лампами на стеллаже. Скотчем склеиваю. Два стаканчика, особо не церемонюсь, и ставлю просто на стеллаж. Все отлично, такие бархатные новые листочки. Вот новый листик, и вот новый листик идет, раскручивается. Вот такой хорошенький, молоденький листик. Воздушные корешочки уже. Ну, пока он постоит, потом подумаю. Либо обрежу, снова его укореню, либо так оставлю для дальнейшего роста. Мох вот купила свежий сфагнум, использую его для укоренения. В дальнейшем я мох не убираю, раньше убирала, сейчас перестала. Просто вот купила также Red Emerald у меня варигатный. Я его просто посадила также в стаканчике в кокосовый субстрат, который продается в брикетах, предварительно его распарила, посадила. Вот он хорошо, отлично наращивает корни, неповрежденные. Ему вполне нравится. Без дренажного отверстия, просто в стаканчике, чтобы наблюдать в дальнейшем, как растут корни. Все хорошо. Вместе с амхом отлично. Наращивает периодически новые листья. Как раз такой неплохой. Вот молодые листья. Два. Все в порядке. И также посадила принцессу. Тайская закупочка была у меня. Вот также посадила в кокосовый субстракт. В кокосовый грунт. Деточка маленькая растет тут. Тоже хорошо отращивает. Корни пока мало видно, но листочки прибывают, окрашиваются, так что все в порядке. Все нормально. Небольшие, правда, они у меня пока. Ничего. Такой молоденький кустик. Pink Princess. И хотела сказать, чтобы не боялись покупать маленькие детки филодендронов. Вот я купила летом малышку филодендрона Magic Mask. Все листочки у нее варигатные. Сначала были вот такие маленькие. Сейчас они уже начинают резать листики. И вот этот последний тоже. Думаю, что он будет обязательно варигатный. Потому что первоначально они зелененькие. А потом проявляется окрас. Вот этот предварительный был. Этот уже новый раскручивает. Молоденький листик. Просто тисторф с перлитом, агроперлитом. И вполне хорошо растет вот в таком стаканчике из-под мороженого. Хорошо просматриваются корешки, поэтому я не спешу его пересаживать в другой горшочек. Такая малышка растет. Интересная Magic Mask. Так что любой грунт подходит им, в принципе. Главное, чтобы он легкий был. Мох с вакуумом, конечно, вне конкуренции. Поэтому заказываю его по много литров. Вот я помещаю в контейнер, немного увлажняю, стоит на свету. Просто ждет своего часа для укоренения.
волшебные листики меланохризума. Такие ювенильные листики, очень приятные, блестящие, переливаются, прям такие бархатистые. Очень красивые листики. И очень легко укореняются. Совсем не сложно. Чуть увлажняя из пульверизатора теплой кипяченой водичкой, если мох недостаточно влажный. Все, сажаю. Закрываю сверху также верхним стаканчиком пол-литровым. И скотчем заматываю с двух сторон. Стоит, спокойненько растет. Так что никаких заморочек. Все в порядке, все растут и радуют глаз хозяйки.